Здравствуйте, мои дорогие друзья! Меня зовут Аркадий Оздоба, если кто-то не в курсе. И у меня канал по поводу моих экспериментов и работе над собой. Я никому ничего не навязываю, никого ничему не учу, не доказываю, не объясняю. Я просто рассказываю, я не лечу, не даю консультаций, я провожу занятия индивидуальные, да, со своими учениками. Вот. И моя, у каждого есть своя миссия какая-то, да, моя миссия вот делать то, что я делаю. Мне кажется, что у каждого есть своя миссия, а у меня своя, я ее делаю. Поэтому вам не стоит, если вам что-то не нравится по поводу того, что я делаю, вы просто можете не смотреть меня. А так я делюсь с вами тем, что я делаю. YouTube, слава богу, дает мне такую возможность. Сегодня я хочу поговорить с вами про то, чем я протираю свое тело. Потому как на поверхности кожи у нас есть тоже микропаразиты. Каждое утро после процедур, о которых я уже рассказывал, да, Настя, я рассказывал, да, что я делаю сода, перекись, там, вода и так далее, и я протираю тело. Я готовлю в отдельной баночке, я туда наливаю хлоргексидин, туда же я наливаю чуть-чуть димексида, и туда же я наливаю салициловый спирт. Получается такая вот жидкость. И протираю тело, дает очень хороший результат, потому что на поверхности кожи огромное количество микропаразитов, а мы их, соответственно, убиваем. И каждый день на протяжении уже длительного достаточно времени я это делаю. Я делаю это, потому что я так считаю правильным. Поэтому, если вам интересна эта информация, то мне будет очень приятно. Естественно, что в каждом из 1700 видео, которые мы сделали, это все пазлы. На своих занятиях я все это собираю индивидуально для каждого человека, да, имею с ним личное общение, рассказываю ему, как ему пройти этот тяжелый путь и делюсь своим опытом. Поэтому на занятиях, собственно говоря, я рассказываю о том, как не умереть. Потому что когда вы убиваете микропаразиты, они отчаянно сопротивляются. На сегодня все, друзья мои.